Привет, мои хорошие, с вами Селена Свей, и сегодня у нас будет распаковочка бьюти-бокса. Смотрите, вот такая вот пришла мне коробочка, она абсолютно сейчас вся запечатанная, я не знаю, что там, и это меня очень-очень радует, я люблю сюрпризы. Ну, такое ощущение, что там чего-то немного, и что-то крупное есть, по звуку. Давайте ее откроем и вместе поэмоционируем. И вот, что сразу бросается в глаза, это коробочка. Я не знаю до сих пор, что там внутри. Вообще, так, надо все смотреть. Я люблю это кушать потихоньку. Я завтракаю бриллиантами, чтобы сиять весь день. Вау! Коробочка очень классная. Всегда говорила, что не важен подарок, главное, если он классно преподнесен. Красиво как-то, да, феерично. Ты уже думаешь, блин, уже красота, да? И даже если там какая-то мелочь, это приятно. Ну что, открываем. Ха-ха, там все сюрпризы, да сюрпризы. Так, розовая. Такая же завёрта. Ой, что-то ароматы я чувствую. Ну-ка, развязываем. Все пахнет. Блин, вот это красиво. Вот это люди умеют. Вот это люди умеют красоту делать. Ваушки, у нас здесь ароматы. Так, здесь написано, видимо, что здесь, да? Сейчас мы это почитаем. Я вижу же здесь пробники. Hugo Woman. Вот такой вот. Два их здесь, по 2 миллилитра, такие достаточно большие, вот Hugo Woman, два, дальше у нас здесь идет вот такой вот пробничек, давайте по порядочку все, вот так вот она все выглядит, вот лежит у меня здесь, давайте по порядочку, значит Hugo, вот это он, наверное, из коробочки и пах, я вот так прям чувствую, аромат сразу идет. Приятный аромат, он прямо отсюда пахнет. Даже открывать его не буду. Не, я люблю ароматы, это для меня. У меня куча взяла себе пробников, вот еще. Здесь у нас что? Деклор, я не знаю, что это называется. Что это? Водичка туалетная, по-моему. Вот она здесь написана. Это сыворотка из 100% чистых натуральных эфирных растительных масел. Увлажняет кожу, стимулирует микроциркуляцию, повышает упругость, успокаивает и расслабляет кожу. Дарит ей чувство комфорта и сияния. Глубоко питает кожу, окружает ее защитным барьером. Как использовать? Вдохните аромат и нанесите на лицо, шею, декольте легкими массажными движениями. Я подумала, вдохните аромат, и все, и кожа начнет улучшаться. Вот, это пробничек у меня, а вообще он вот. Вот такой флакончик у него. Слушайте, ну прекрасно, прекрасно. Я сейчас, правда, накрашена, но аромат я хочу вдохнуть. Потому что для меня ароматерапия – это вообще важная вещь. Ну, понятно, что это не духи, да, пахнет оно не парфюмированной какой-то прям. В нем есть какая-то нотка, я не помню, как это называется, но ощущается масла. Классно, будем сиять. А вообще вот здесь написано, что стоит вот эта эссенция, она стоит 300. Вот здесь написано цена полного флакона. Вот, сколько миллилитров тут не вижу во флаконе. Дальше, давайте с пробничков начнем, а потом уже более крупные такие. Дальше, пробничек у нас здесь, Нюкс. Это у нас крем. Крем, вот такой вот кремушек у нас здесь. Нюксе, кто-нибудь знает такую фирму? Нюксе написано. Наверное, это Нюкс. Правильно. Или Накс. Вот я не знаю. Дальше, вот такой вот пробничек. Кстати, у меня в прошлой коробке, в одной из коробок, было такой вот пробник. И вы знаете, я его там пользовала. Он какой-то не выпользовается. Прям полноценный какой-то. Здесь тоже это, наверное, крем. Ночной интенсивный регенерирующий крем. Вот, мы его попробуем. Так, прочитайте. Кто пробовал, вот говорите мне, пожалуйста, свои отзывы сразу. Алоэ 99. Это что у нас такое? Гель алоэ. Симпатично выглядит. Дальше у нас идут вот такие вот бутылочки. Значит, здесь у нас мицеллярный раствор для снятия макияжа лица и глаз. А ну-ка, как он пахнет? Вот это фирма ЕОО. ЕО. Натурал органик. А ну-ка. У меня есть мицеллярки две, одна из Фикспрайса, одна другой фирмы. Приятно пахнет.
Ну, попробуем. Мне этого надолго хватит. И удобно с собой брать. Я люблю вот такие вот баночки маленькие. Дальше. Сухой шампунь с молочком овса очищает волосы без воды. Ну, наконец-таки. Хорошо встряхнуть баллон перед применением. Затем с расстояния 30 сантиметров равномерно распылить на волосы, оставить на 2 минуты, после чего тщательно расчесать волосы. Полный состав указан на упаковке. Ура! Честно сказать вам, девчонки, я никогда не пользовалась вот такими шампунями, но я давно хотела попробовать. Мне вот нужно было что-нибудь такое, чтобы попробовать. Потому что бывает, знаете, вот голова чистая, реально чистая. Немножко прижирнились корни, и уже, блин, никак себя чувствуешь, да? Я, блин, попробую. А еще знаете, что шампуни эти делают сухие? Они делают хороший объем на голове. Вот бывают даже чистые волосы специально делают этим шампунем, чтобы подать объем. Ай, классно! Я буду пользоваться. Я так рада, мысли материализуются. И вот такие вот две у меня. Читается, как же читается это правильно? Кондиционер для волос Kerasis. Kerasis. Вот таких два у меня флакончика Kerasis. Вот они. Kerasis. Значит, восстанавливающий кондиционер для волос и шампунь, наверное. Да, восстанавливающий шампунь для волос. Значит, специально разработанная формула для поврежденных волос с секущимися концами. Ну, как у меня прям. Восстанавливает структуру волоса по всей длине, уменьшает сечение и ломкость, обогащенные лечебными веществами в составе липосом, который проникает в клеточную структуру волоса и оказывает восстанавливающее лечебное действие. Оказывает солнцезащитное действие. Волосы обретают жизненную силу, блеск, эластичность. Ну что, будем пользоваться. Опять же, удобно брать с собой. Вообще. Классно. Ну и что здесь еще? Еще здесь вот такая брошюрка у меня есть. Миксит. Лаборатория натуральной косметики. Дарим 300 рублей на косметику. Миксит. У меня, кстати, есть косметика Миксит. Некоторые продукты. Мне дарила моя подруга. Я как-то снимала даже видео об этом. Такой еще и сертификатик есть. В общем, из всего-всего, даже честно скажу, вот эта сама упаковка, она настолько меня впечатлила. Посмотрите, ну такая милота, ну такая красота, блин. Спасибо большое, Beauty Box, вы замечательно делаете это. Я просто в восторге. Классная коробочка, классно. Очень красиво преподнесли все это. Ну, что могу сказать? Большое спасибо за сюрприз. Будем все пользоваться, смотреть. Если что-то знаете и пользовали, пишите в комментариях. А я с вами прощаюсь до следующего видео. И все ссылочки будут внизу, если кому-то интересно. Я оставлю ссылку на Beauty Box. Все, мои хорошие. Пока-пока. Thank you.